Я не знаю, хватит с меня этого дебильного глиста. Пошли зомбаков травить. Черт. Здесь гены другие практически все. По крайней мере, два гена здесь вообще другие. Ладно. Зомбаков так зомбаков. Поехали. Повеселее глистов уж точно будет. Я надеюсь. Так, ладно, давайте смотреть, что к чему. Здесь уже картиночка такая повеселее. И вообще все другое, да? Почти все другое. Так, давайте посмотрим. Занозный сдвиг. Генетические изменения повышают заразность вируса и вероятность его мутации. Возможно, межвидовое заражение увеличивает скорость исследования. Отстой. Слюна без... один. Быстрое размножение вируса в слюнных железах увеличивает вероятность заражения при контакте со слюной. Кто там в засос любит? В десна бахаться. Так, кровь. Вирус проникает в систему кровообращения, делая кровь переносчиком инфекции, особенно уязвимым бедные страны. Ну, это понятно все. Так. Сегментированный геном. Геном вируса разбивается на более мелкие молекулы, что увеличивает вероятность полезных мутаций во время распространения. Так, здесь все понятно. Симптомы, значит. Бессонница и обильное слюноотделение. Воспаление подчелюстной железы увеличивает производство слюны и распространение инфекции. Ладно, погнали. Слюнявщиков травить. Внимание, обнаружен вирус некрова. Вирус некрова, он может он имеет высокую способность к регенерации в сочетании с агрессивным метаболизмом, но большая часть его генетической структуры остается неизвестной. Зато он будет пипец как заметен, я думаю. Вот в чем будет сложность. Пипец, какая заметность. Здесь тоже другая музыка уже. И мне это нравится. Полифагия. Маниакальный голод вынуждает постоянно есть. Недостаточно гена повышает риск заражения. Погнали. Там у чувака начинает мозг потихоньку гнить. Очень высокий темп. Очень высокий темп заражения. Так, гастроэнтерит. Воспаление желудочно-кишечного тракта вызывает частые рвоты. Значительно повышается скорость распространения вируса. Хорошо, погнали. Аутофагия. Тяга к укусам или частичному пожиранию собственного тела, как правило, пальцев или кожи, увеличивает заразность болезни. Хорошо, давайте выучим. Опять-таки на среднем уровне сложности, я думаю, ничего такого сложного мы здесь не увидим. Не найдем. Холодные страны становятся еще холоднее. А мы отдыхаем в Египте. Нам по барабану. Так, 100 тысяч уже за мной. Надо еще одно очко. Такое ощущение, что здесь тоже за заражение людей ничего не дают. Ага, сразу. Сразу две страны мы заразили. Так, вот это вот я хочу выучить. Мутации, все дела. Давайте это еще выучим. А, там повышение исследований. Ну ладно, переживем. На среднем уровне сложности переживем. Ой, господи, я сейчас представляю, как 5 миллионов человек в Египте, а уже практически весь Египет через минуту будет. Будет откусывать все пальцы нафиг.
Да, быстренько нас заметили. Цвет уже заражения другой. Гнилой такой довольно-таки. Что там? Психоз мутировал. Давайте посмотрим, что за психоз. Так, психоз. Психотические эпизоды приводят к вспышкам насилия, которое может быть смертельным. Увеличивает заразность и замедляет скорость исследования. Вот. Цитопатическая реанимация. Формирование сложных нервных структур позволяет реанимировать поврежденные клетки и восстанавливать важные органы, и обращает мертвых в зомби. Короче, мы должны сначала всех убить нафиг. Хотя с таким уровнем летальности мы нифига никого не убьем. В общем, короче, мы должны сделать нормальный зомби-апокалипсис. Не убивать всех сразу, а... ладно, черт с ним. В общем, повышаем заразность пока. Кома. Вот кома приведет к количеству мертвых. Но что-то здесь как-то летальность не показана. Рост давления в стволе головного мозга может привести к потере сознания. Значительно замедляется скорость исследования, но и снижается скорость распространения вируса. Угу. Все больше понимаю, что нужно в каждый симптом вчитываться, и желательно по 5 раз, а то можешь упустить что-нибудь такое. Пока не нужно, значит. Так, делириум. Сокращение когнитивных функций вызывает паранойю и иррациональность. Может быть фатальным и существенно замедляет скорость исследований. Это по мне. Так, мертвяки начинают прибывать. Пока ждем. Естественно. Мертвяков слишком мало, чтобы обращать их в зомби. Нам нужна цепная реакция. Так, цитопатическая реакция сама мутировала, окей. ПАКС-12 начинает реанимировать мертвых. ПАКС-12 начинает превращать инфицированные трупы в зомби. Со временем будет становиться все мощнее. Человечество трепещет в страхе перед будущим. Так, и у нас пошло. Мертвые и зомби. Вот, у нас новые эти. Зомби меняет все. Повышайте тяжесть болезни ПАКС-12, чтобы зомби становились более смертоносными. В то же время развивайте замедление распада зомби и делайте их более боеспособными в бою. Так, давайте повышать их, значит, время жизни, скажем так. Каннибализм. Непреодолимое влечение к нанесению укуса, а также к поеданию других людей значительно увеличивает заразность и летальность болезни. Хорошо, это то, что нужно. Анаэробное оживление. Зараженные клетки головного мозга переключаются на анаэробное дыхание, приводя к смертельному накоплению молочной кислоты и разрушению личности. Хорошо. В мире уже 115 тысяч зомби. Уже 308 тысяч зомби. Пошла жара. Комбо «Время купаться». Аутофагия, полифагия и каннибализм увеличивают количество ужасных нападений, значительно увеличивая заражаемость и озабоченность по поводу болезни ПАКС-12. Вот так вот. ПАКС-12 превращает людей в зомби. Под напором неопровержимых доказательств правительство подтвердило, что болезнь ПАКС-12 может вызвать патологию агрессии у трупов. Но говорит, что ситуация под контролем. Да-да-да. 50 миллионов зомби — это под контролем, да. Так, мы слышим выстрелы. Хорошо. Улучшенная моторика. Большой поток питательных веществ в теменной доле улучшает координацию движения зомби. Вирус становится особо опасным в городской среде. Отлично. Улучшенное восприятие. Большие потоки питательных веществ в достаточно источных долях улучшают зрение и слух зомби, повышает тяжесть болезни. Не то.
перенапряжение пептидов. Рептилоидов, блин. Производство гормона роста вызывает крайний метаболизм жиров и наращивание мышечной массы, повышается тяжесть болезни. Кислотный отток, чрезмерный гортано-глоточный отток порождает кислотную слюну, что повышает тяжесть вируса и дает зомби боевое преимущество. Прицельное плевание, мышечный рост вокруг подчелюстных желез позволяет некоторым зомби плеваться в своих жертв, что повышает тяжесть вируса и дает зомби боевое преимущество. Автотест потом посмотрим. Проект Z.com запущен в стране Норвегия. В ответ на растущую зомби-угрозу создана мощная военная организация под названием Z.com. Ее девиз – защитим человечество от мертвечины. Не защитите, извините. Так, тут еще и помимо Z.com лекарства начинают изучать. Зомби разрушили страну Индия. Зомби выследили последнюю группу выживших в стране Индия. Никто не остался в живых. И без пищи зомби начнут загибаться от голода. Поднимаем мертвых. Больше зомби. Миллиард зомби. Я хочу миллиард зомби. Так, мне нужны орды. Так, стадный инстинкт. Эта способность позволяет зомби собираться в группы и, пересекая сушу и воду, нападать на зараженные территории. Незараженные, точнее. Активная регенерация. Активация регенерации. Эта способность позволяет восстанавливать нервные сети в мозге инфицированных трупов, что повышает шансы их реанимации. Хорошо. Автолитическая задержка. Вирус тормозит выделение пищеварительных ферментов из лизосом клеток, увеличивая время разложения трупа. Хорошо. Регенеративный биосинтез. Рост белков регенерации нервных клеток позволяет трупам с тяжелыми повреждениями головы быть поднятыми из мертвых. Хорошо. Организованное перемещение зомби следует за вожаком орды. Это я. Благодаря чему вся орда целенаправленно движется в одном направлении, перемещаясь с большей скоростью. Дрейфующая ферментация. Контролируемое разложение зомби вызывает их раздувание. Зомби могут дрейфовать в море, значительно повышается скорость перемещения по воде. Хорошо. Сейчас орды будем направлять. Готово активное умение. Активное умение орда зомби реанимации дает вам лучший контроль над зомби. Используйте их для заражения конкретных стран и подавления очагов сопротивления людей. Так, а вот теперь снижаем скорость игры. Z.com строит новые базы. Надо бы их. Даже не знаю, куда и чё. Не-не-не-не.